Всем привет, ребят! Привет-привет из Словении, из города Пиран. Всем привет, друзья! Россия, с праздником вас! С 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Поздравляем всю мужскую половину. Значит, здесь нету праздника такого 23 февраля. Ну, как День Мужчины, да? День Мужика, так назовем его. День Защитника. Так вот, здесь немножко другой праздник. Сейчас вам Анна поведает, что за это за праздник такой. Да, мы сейчас идем в городе Пиране на площадь. На площадь Тортини, знаменитого скрипача. И там будет проходить первый день карнавала. Праздник называется «Курентование» на словенском языке. Это праздник весны и богини плодородия. Он будет продолжаться в течение 10 дней. Будет много красивых этнопарадов, детские парады, спектакли, фейерверки. Будут приезжать разные страны костюмированные, показывать красивые парады всех стран мира. И закончится он 5 марта. Это будет день Масленицы, когда Словения будет прощаться с зимой. И будут сжигать соломенное чучело. Но на Масленицу, в принципе, у них все так же, как у нас. И для пузика можно поесть блинчики. Ура, ура, друзья! Ну, сейчас я покажу день курентования по-словенски. Ну вот мы и попали на карнавал. Площадь Тортини. Установили сцену. Вот тут мы находимся в Пиране. На площади Тортини. В костюмах. Есть и взрослые в костюмах. Вот рядом с нами стоит мисс Коровка. Что, давай прогуляемся, посмотрим, что здесь еще есть. Ничего нету, пока все здесь, пока здесь посмотрим. Ну, в общем, начинается все вот отсюда. Как вы услышали Анну, посмотрите, они, значит, вот дети, у них все в костюмах. Вот такие вот костюмы у детей, красивые, нарядные. Ну, праздник. Выступают для нас, говорят, американские пираты. Да, мы стоим далековато здесь, плохо видно, но и пройти там народ, толпа, особо не пройдешь, не увидишь, наверное. Сейчас попробую заснять. Я себя сейчас чувствую на детском утреннике. Не знаю, мне нравится такое творчество народное. А я как будто попал на детский утренник. Ну вот, мы и оказались на празднике. Праздник называется... Курентование, карнавал курентования. Ничего не слыхать, очень-очень громко. Музыка очень хорошая. Долбит хорошо по ушам. Такой детский праздник. На детском празднике вот такие вот взрослые в костюмах ходят. Обратите ваше внимание. Давайте еще посмотрим красивые костюмы. Вот пираты в красивых костюмах. Пират один. В общем, все наряжаются и стараются выглядеть очень-очень красиво. Вот такой он
славянский праздник. Даже собачки в шляпках. Даже собачки в шляпках. Да, очень громко. Такой вот карнавал. Красная шапочка прошла. Покажи собачку, да, в шляпках. Ага. Какую? Собачка в шляпке. Вау! Очень-очень громко, ребят. Очень громко. Я уже отвык от такой громкой музыки. Да, это точно. Здесь рассказывать тяжело. Здесь лучше показывать. Браво, браво, браво. Вот такие вот картинки праздничные. Эх, так и тянется ноги в пляс, в пляс. Музыка зажигает. Сейчас бы фронтовые 100 грамм и все. И ноги сами унесут тебя на танцпол. Диджей зажигает. Да. Детский праздник, утренник. Мы попали. Эх, только я подойду их заснять, они куда-то убегают на своих ходулях. Во, о, хорошо встали. Давайте. Что они нам покажут сейчас? Интрига. Интрига. Что-то вязать собрались, похоже. А на сцене тем не временем дети отжигают. Но что-то она саблю сделала. Но саблю и я могу сделать. Что сделает мальчуган? Давай, давай. Удиви. Удиви русский народ. Похоже, тоже какую-то саблю связал. Короче, только сабли их вязать научились. Ну, в общем, как всегда, я, как говорил, буду всегда говорить правду и свое мнение об этом празднике. Праздник крутой, конечно, но он, это первая часть, мы так понимаем, она детская. Приезжайте, друзья, не переключайтесь. Скоро покажем, что будет дальше.